Всем привет, мы приехали в Австрию, в Альпы, горнолыжный курорт Зёльден. Сейчас мы находимся на высоте 3040 метров над уровнем моря. Здесь конкретно снимали фильм «Седьмой элемент» с Джеймсом Бондом. Вот, так что сейчас мы вам будем показывать все пейзажи, все возможные красоты, которые здесь только видно. Ехали мы сюда из Германии, из города Штутгарт. Вот. 300 километров ровно вышла наша дорога. Пойдемте покажем вам все видные пейзажи, которые здесь открываются. Вот он Зёльден. Вот они Альпы. Какой-то человек поднялся на высоту 3000 метров, чтобы покрутить педали. Поднимались мы на подъемники. Вот эти подъемники. Там много мест. 15 человек где-то. Примерно. Так что мы сейчас находимся на самой высокой точке. Вот оно величие гор. Вот они Альпы. Безумная красота. Безумная просто. Всем вообще советую здесь побывать хотя бы раз в жизни, видеть это собственными глазами. Очень красиво. Все, мы возвращаемся теперь обратно. Стекло затонировано, плохо видно. Такие вот красивые виды. Попытка номер два, мы поднимаемся снова на подъемнике. Сейчас будем пробовать кататься. Вот наши сноуборды, мужской и женский. Сейчас будем пробовать. Вот мы ехали на подъемнике, ехали и остановились. Сейчас ждем, пока система заработает, и будем ехать дальше. Осталось совсем чуть-чуть нам подниматься. Я покажу. Вот, ну, вон он самый верх, нам туда нужно. Буквально минуту ехать. Так что будем ждать. Мы вышли с этих кабинок. Идем кататься. Будем подниматься выше и выше. Идем на трассу С35. О, поднимаемся. В общем, держим как можем сноуборды. Капец, тут вообще атмосферненько тогда. Дай ему телефон. Едем вот по таким вот склонам. Люди поднимаются еще на трассах. Поднимаемся. На самый верх. Сейчас будем спускаться прямо по этой горке. Я думаю, у нас все получится. А тут вокруг Альпы. Холодно, как зимой. Страшно. Страшно. Сейчас готовят, мы сейчас выпадем. Немножко страшно. Блин, капец, если упасть, это, конечно, будет. Yes. Это будет весело. Но мы едем на самую легкую горку, на самую лайтовую.
Алинка, ты довольна? Всем привет. Ты довольна? Боюсь выпасть отсюда. Не бойся, я сам боюсь. Пушка со стеном. Будет высоко. Так, вот мы наверху. Карта Сёльдена всех спусков. В общем, пытались мы проехать, слишком сложно оказалось для нас, для новичков, поэтому мы взяли сноуборд в руки, и идем пешком вниз. Сиеда? Сиеда, там мы идем, да. Вот, и все катаются, все довольные, а мы идем, пытаемся найти поровней какой-нибудь склон, потому что для первого дня слишком сложно здесь кататься. Блин, ну круто, офигенно, отлично, я бы так сказал. Нужно уметь вот так вот делать, как вот этот вот чувак. Он рассказал бы, как это нужно пользоваться этой доской. Я бы тоже так умел, но ничего, мы сейчас будем пробовать дальше. Круто здесь. Австрия супер. Вот они все спускаются. Как они это делают? Ничего, мы тоже будем скоро так уметь. Всем доброе утро, день второй. Мы находимся в Сёльдене, в горнолыжном курорте. Вот. Это наш отель, который мы забронировали на букинге. Называется Франзеле. Наш номер выходит прямо на горы, на Альпы. Здесь сумасшедший вид, все супер круто. Вот подъемники работают. Сейчас мы будем двигать прямо на эти подъемники. Сейчас мы так чуть-чуть увеличим. Вот они поднимаются. Сейчас мы тоже будем двигать в ту сторону. Возьмем снова сноуборд и будем покорять эти вершины. Так что мы продолжаем, будет круто, интересно. Так, вот на этой стройке регистрации мы выбрали русский язык. Вот. Здесь мы выбрали русский язык. Вот, выбрали срок проката, сколько дней. Ввели свои данные, оплатили. Здесь получили шлем и ботинки. Вот ботинки, вот такой шлем. Сейчас мы зарегистрируемся на стойке, получим сноуборд и пойдем на подъемник. Да, выдали нам шлем, я сказал. Ну, перед этим мы, конечно, сейчас все это оплатим, аренда. Так, аренда у нас выходит сноуборда 35 евро в сутки, шлем 10 евро и боты тоже 10 евро. Да, сейчас мы это все дело оплатим, пойдем на подъемник. Подъемник сейчас чуть позже сниму, тоже расскажу, какие цены на подъемнике. Так, купили мы билеты, в общем, на подъемник.
Вот двери закрываются, мы вставили свои сноуборды. Синий это Алинкин поменьше, а мой желтый побольше. О, вот в таких вагончиках. Вот люди уезжают. Билеты стоят 65 евро на человека на весь день, на все подъемники. Так, а мы сейчас будем быстро ехать. Полетели наверх. Супер. Вот так город здесь внизу. И мы поднимаемся. Вот они подъемнички. Вот он город. Вот они наши сноуборды здесь. Алинка, как тебе вообще? Классно. Супер? Отлично, поднимаемся. Вот он наш Зёльден, наш город. Здесь речушка протекает красивая, бирюзовая вода внизу. Просто передает немножко камера. Вообще класс. День второй, покатушки начинаются, так что мы продолжаем. Йоу. Поднимаемся выше и выше. Там где-то вдалеке пробиваются лучи солнца. У нас пока пасмурно. Надеюсь, что на макушке, на вершине горы будет солнце. Dear guests, currently the 3S ropeway Geislach-Kobitzweih is in operation only for pedestrians. We thank you for your understanding. Заезжаем на высоту 2176 метров. И вот сейчас отсюда вот так будут спускаться по снежному уклону. Вот она карта, здесь уровни сложности. Синяя трасса самая легкая. Вот, красная потяжелее, самая сложная это черная. Вот здесь снимался фильм «Седьмой элемент» с Джеймс Бондом 007. Но он снимался выше, на высоте 3048 метров. Там еще есть музей, мы вчера там были. Кусочки видео. Кусочки, отрывки я добавлю в видео. Вот. Так что мы идем дальше. Сейчас будем ехать. Вот Алинка едет, мы катаемся. Молодец. Получается все. Умничка. А вокруг Альпы. Всем привет из Австрии! Мы на сноуборде. Алинка делает ветер. Молодец. Алинка уже научилась. Попёрло, попёрло, уже умеет. Первый день. Ну, можно сказать первый, вчера не считается. Алинка едет, молодец, умничка.
полетел. Молодец. Скоро я мы так будем. Вот этот подъемник. Следующий называется C31. Нужно стягивать одну лыжню. Одну ногу со сноуборда. И подниматься выше. На самый верх туда. Нужно прислонить карту. Пройти через турникет. И дальше уже на подъемник. Алинка, ну что, как впечатление? Супер. Вот тут сноуборды наши. Подъемники еще одни. А вот наш подъемник. Ой, какая красота. Какая красота. Глянь, какой мы горки ехали. С крутой какой. Да, мы ехали. Вот наша горка крутая. Я крутая какая. Николай, как мы съехали. Да. Мы ехали с очень крутой горки. Но сейчас будет еще круче, потому что мы сами очень крутые. Муравьи спускаются. Ну, прикольно там, туннельчик небольшой. Супер. Надо поесть. Выпьем. Сейчас мы зайдем в кафешку. Сейчас выпьем пироля, глинтвейна, отдохнем, наберемся сил. Супчика поедим. Супчика Алина хочет покушать, супчика, да. Вкусненького. И будем цены дальше хорошие, продолжать. Да. Не слишком дорого. Сейчас мы заснимем ресторан. Все цены. Адекватно. Красивые Альпы, очень красивые. Они еще красивее стали, потому что мы сюда приехали. Вершина горы. Просто вся в тумане. Очень красиво. А вот кафешка. Сейчас мы туда пойдем. Вау! Какая красота! Алинка, ты довольна? Да. Молодец. Так, нужно спускаться, поэтому будем продолжать позже. Зашли мы вот в эту кафешку, ресторанчик, здесь чисто бар, люди там бухают, выпивают, наслаждаются отдыхом. Купили мы вот такой обед себе, сосиска карри, картошка фри, супчик, два глинтвейна, два пироль шприца, маленький егермейстер. Такая картошечка в фольге с овощами. Со сметаной. Со сметаной, Алинка, и вкусно? И грибочки. А, и грибочки. С подливой. С как... Не, не подливой, какой-то соус вкусный. Это сметана. Сметанка? Вау. Вот так вот на природе можно кушать, балдеть, отдыхать. Наслаждаться видами просто прекрасными. Что может быть лучше в студеную зимнюю пору? Класс. И этот весь обед нам обошелся в 62 евро. Забыл упомянуть цену. 62 евро. Такой туманчик в конце. На вершине горы. Мы прямо здесь оставили свой сноуборд. Свои два сноуборда. Вот они стоят. Кушаем. И едем дальше. Сейчас будем спускаться вот с того спуска. Альпы. Безумно красиво. Сказать больше нечего. Супер. Алинка, ну скажи хоть два слова. Я люблю снег.
Красиво здесь? Очень. Австрия просто удивляет своей красотой. Итак, ё, мы продолжаем. Сноуборд. Вот такой крутой спуск здесь. Вот такой крутой. Спускаемся. Полетели в самый низ. Это будет очень круто. Крутой Зёльден. Прекрасные горы. Замечательные Альпы. Мы едем на сноуборде. Что может быть лучше? Пушка! Ракета-бомба, петарда! Зёльден, Австрия, Альпы! Здесь чудесно! Йоу, йоу-йоу-йоу! Воу-воу-воу-воу! Второе, мы уже умеем кататься. Так что нужно пробовать. Не нужно ничего бояться. Просто сел, поехал, как говорится. На самом деле это не очень тяжело. Внизу не видно, но там очень много туристов сейчас. Желающих прокатиться по такому крутому склону. Сейчас я буду подниматься вот по этим подъемникам обратно наверх. Здесь нужно быть очень осторожным. Лучше понесет, не успеешь остановиться. Для таких, как я, новичков. Нужно просто научиться тормозить, чтобы не врезаться никого. Воу! Крутой спуск. В плане того, что очень резкий уклон. Вот это Альпы, я понимаю. Вот это Австрия. Вот это Зёльден. Курорт. Крутейший просто. И сноуборд. А вот такой вид снизу на эту горку. Вот снова заход на подъемник. Ну-ка! Сейчас буду подниматься наверх обратно. Номер 2 и 3 и 4 за сегодня, не знаю. В общем, летим, летим! Вот мы спустились с подъемника. Сейчас в самом городе Зёльден.
будем направляться к дому. И вот конкретно на этом автомобиле Джеймс Бонд, агент 007, на этом Range Rover ехал по склонам и горам Зельдена. Range Rover Sport, 15-й год. Именно эта машина была в кадре. Наши покатушки на сноуборде подошли к концу. Сейчас даем скипас. Скипас — это сноуборд, ботинки и шлем. Сдаем обратно скипас, который брали в аренду. И возвращаемся обратно. Было очень круто. Чудесный вид открывается из нашего номера. Весь Зельден как на ладони. Вот такие горы. Вот они, Альпы. Мы находимся между двух подъемников. Один вдалеке. Его не очень хорошо видно. И второй подъемник рядом возле нас. Итак, друзья, все, мы едем домой. Закончились наши катания на сноуборде. С вами был Зельден. Такой прекрасный город. Куда мы едем? Мы сейчас едем в термальные источники отдыхать, балдеть. Аквадом. Едем в аквадом, в термальные источники отдыхать, балдеть, расслабляться. Сейчас нам нужен релакс после тяжелых покатушек на сноуборде. Вот. Так что сейчас вам покажем то, что вокруг. Такой красивый Зельден. Вот. Много снега, заснеженные горы. Прекрасный город. Масса впечатлений осталось. Приезжайте, пожалуйста, в Зельден. Отдыхайте, здесь круто. Всем пока, до новых встреч. С вами была Австрия, Альпы, город Зельден. Пока!